такие конференции проходят практически каждую неделю. Действительно, сейчас количество заинтересантов и в системе здравоохранения, которые действительно заинтересованы, люди считают это своим призванием внедрению цифровых технологий в здравоохранении. Их достаточно много, и поэтому у нас коллеги во всей стране собираются достаточно часто. Цифровые технологии в целом меняют систему здравоохранения, в первую очередь, потому что что здесь самое ценное? Самое ценное – это информация. Информацию цена тем, что ее, когда ее быстро получаешь, и поэтому внедрение информационных систем позволяет быстро обмениваться информацией у всех участников системы здравоохранения. Это в первую очередь. Во-вторых, цифровые технологии не стоят на месте. То есть там достаточно большое количество различных новых технологий и в биомедицине, и в расшифровке генома человека. Это искусственный интеллект, который сегодня уже много где апробируется, и его использование будет только нарастать. Поэтому вот сами цифровые технологии и будут продвигать эффективность, двигать эффективность системы. Данная конференция – это вообще уникальная возможность при небольших, никогда не тысячи людей собирается, да, чтобы только услышать какую-то информацию. Ценность конференции в том, что здесь небольшое количество, но очень заинтересованных людей, погруженных в эту тематику, могут, так скажем, обсудить, посоветоваться по ряду волнующих сейчас всех моментов.